Ребята, а как вы смотрите на то, чтобы сделать из этих динозавров коктейль, чтобы чтобы размолоть их в блендере, а? Динозавров. Анюта, будем размалывать в блендере динозавров? Будем? Да. Я несу блендер. Даник делает вид, как будто ему жалко динозавров. Эту чашу я вытащу. Ну, давайте сложим динозавров туда. У меня будет рука. Ты хочешь, чтобы Даник сложил? Да. Давай. Даник делает вид, что боится. Давай. Опа, один. Второй. Третий. Наверное, будет красиво. Четвертый. А вот это мы узнаем. А может быть, одного цвета их всех туда кидать, а? Нет. Нет, разных лучше будет, да? Вон они, динозавры. Но я думаю, хватит. Я думаю, хватит, чтобы у нас там размельчилось так все, много не надо ложить. Осталось закрыть крышкой. Я включаю. Хорошо, вот здесь. Его нужно повернуть. Давай, поворачивай. Ой! В другую сторону, сюда. Вон они размельчаются. Очень плохо размельчаются. Сейчас будет каша из динозавров. Я думаю, Даник, туда надо немножко вот этой вот слизи добавить сюда. Вот тебе поварешка. Давай, наливай. Ужин подан. Ужин подан. Да, прямо с этими звездами. Ну, я думаю, достаточно. Давай включать. Ой. Ну, что тогда происходит? Динозавры дергаются, но сильно ничего не происходит. Вот звезды там колышатся, да? А давай попробуем только одного динозавра. Попробуем. Вытащили пару динозавров. Посмотрим, что будет сейчас. Ку-ку! Я тут. Привет. А теперь я тут. Смотрите, смотрите, что-то происходит. Ой, 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 ой. Что у нас получается? Ну что, наливаем? Да! Получилось бе-бе-бе. Пить это, конечно же, ни в коем случае нельзя. Я убегаю. Я убегаю. Получилось очень странно. Ставь лайк, если любишь эксперименты. Пока-пока.